Ребятки, всем привет, вы на канале Семья на Чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если еще это не сделал. Сегодня вас приглашаем в выпуск в прогулочный по Тисо-Самшитовой роще. Погуляем, посмотрим, мы планируем сделать большой круг, мы все вместе. Вот Настенька, детвора. Артемочка, там грязно. Я пока не знаю, получится ли у нас это сделать, но очень надеюсь. Где-то в круг, там большой круг, по-моему, что-то 6-7 километров. Пойдемте смотреть. Итак, здесь вот такой вот вход. Достаточно узкий подъезд, но нам удалось припарковаться. Отходите. Отходите. Артем, смотри, машина едет. Так. Вот он вход. Здесь висит вот такая большая схема. Сейчас подойдем, посмотрим. И посмотрите. Какая очередь на вход? Ничего себе. Настя, занимай очередь. Да, очередь, конечно, это огонь. Вот, это вся тропа. Ничего себе. Белые даже скалы. Ну, посмотрим, насколько нас хватит. Вот, малое кольцо, большое кольцо. Воу, ну да. Вот будем метить сюда на 400, но получится ли у нас, я, конечно, не знаю. А это что такое? А, это просто схема Краснодарского края. Мальчишки где? Да, мы пошли эти парни. В общем, детвора бесплатно. 300 рублей взрослым нам дали вот такую историю. И начинаем путь. Так, табличка «Вход». Да, посмотрите, какая делегация тут. Ну что, мы начинаем свое приключение, свое путешествие по Большой Тисо-Самшитовой роще. Поддерживайте лайком. Я очень надеюсь, что у нас получится пройти большой круг, вот где-то 5-6 километров. Не знаю, но здесь уже начинается красота. Да, природа вообще великолепная. Как, пожалуй, везде. Всякие есть указатели, какое-то дерево стоит. И еще одна карта. Сейчас еще раз подойдем за финалем. Посмотрим, что здесь есть. Вот видите, какие-то лабиринты. Вот я вижу, есть пещера, белые скалы. И вот они, всякие разные обозначения. После того, как мы начали свой путь, здесь есть туалет. Можно сразу скинуть ненужный груз, короче, и отправиться дальше по вот таким вот оборудованным бетонным тропинкам. Я вот сколько смотрел, здесь вот эти тропинки такие аккуратные, такие лайтовенькие, до определенного момента, потом начинается настоящий приключенческий такой трэш. Ну, короче, все посмотрим. Но самое главное, что мы идем классно в походе. Самшит, природа шикарная. Мы взяли еду с собой и будем где-то подальше обедать, перекусывать. Теневая здесь зона. Было бы очень здорово, если бы светило еще солнышко. Но солнышка сегодня нету. Еле так оно просвечивается. Я хочу вам показать, что здесь водится, жизнь реки. Смотрите, всякие птицы, выдра есть, форель, даже есть речной краб, представляете? И хочу вам еще показать вообще жителей в целом в лесу, кто здесь водится. Здесь шакалы есть, кабаны дикие, волки и многие всякие другие. Я надеюсь... Что там? Вот такая вот рыбка Настенька увидела. Ну, бычок Родиона. Родион, твой бычок? Рыбка названа в честь тебя. Классно. Ой. В общем, я надеюсь, что из вот этих диких животных, типа шакалы, волки, кабаны, нам не встретятся. Очень надеюсь. Все-таки мы с детьми не совсем хотелось бы. Ладно, все, погнали. Еще вдоль тропинки есть перила и есть вот такие таблички, да, кому интересно почитать про какие растения здесь растут. Вот, вот растение, вот табличка. Пока есть перила, пока дорога вообще такая лайтовая. Столько поют птиц, вообще прям вы просто послушайте, насколько это интересно и прикольно.
попадаем уже на первый мост. Высохшее русло реки. Ну, как высохшее, кстати, нет, немножечко даже течет. Видите, как это смотрится? Ущелье такое, ух, классное. Пойдемте. Артем, пойдемте. Да, кто-то уже возвращается обратно, а мы вот только начали свой путь. Вот еще, видите, тис ягоды, например, табличка висит. Так, тут вот еще встречается табличка. О, смотрите как, инжир. Инжир корейский. Настюх, смотри, инжир растет. А? Мы же, говорит, блогеры. Ну, блогеры. Кликачка, видите? Кликачка. Ты знал такое? А звуки потрясающие. Звуки, да, птичек такие. Наслаждайся, расслабляйся, наполняйся. Да, здесь на самом деле просто на расслабоне пришел, и вот это вот. Слушайте, просто с первых шагов это вообще невероятная тропа, которую обязательно нужно посетить 100% каждому. Вот прям, прям обязательно. Учитывая, что здесь еще много вот таких всяких мест. Мест, где можно отдохнуть. А вот давайте я вам покажу, да, вот мы чуть продвинулись дальше, это 200 метров, наверное. Вот лавочки, мусорки есть. В общем, это выход, судя по табличке, то есть это возвращаемся, а здесь указатель «Экологическая тропа». Значит, соответственно, мы продвигаемся вперед. Пока все себя чувствуют хорошо, и Настенька, и дети. Слепота, а не великая сопля. Что сказал? Великая сопля. Я говорю, это куриная слепота. Ну, мы так в детстве называли. Я не знаю, как этот цветок называется. Вот видите, буквально сразу еще есть лавочка. Да, то есть, в принципе, пока что нет какого-то типа такого эффекта, что 6 километров будет очень сложно. Но самое главное взять такой размеренный темп и двигаться очень плавно. Правильно? Правильно. Ну, такая вот локация. Да, здесь нельзя разжигать костры, нельзя на тропе курить, ну и, естественно, нельзя мусорить. И самое главное, не пренебрегайте этим правилом, не нужно ничего здесь этого делать. Так, куда-то уходит тропинка. Куда-то непонятный. Вот есть указатели «Малое кольцо», «Большое кольцо». И сейчас вот первое нам попалось. Смотрите, табличка, да? «Опасно для жизни». Обрыв. Давайте посмотрим, насколько он высокий, серьезный. Ну, как такового обрыва, конечно, тут нету. Но в целом, да, заграждение лучше не заходить. Особо экстремальным. Конечно, ну, не знаю, вон там еще какая-то мост идет, наверное, мы тоже будем спускаться вниз. Ладно, продолжаем путь. Сколько мы по времени будем идти? Давай засекем. А, давай. 12 часов, в общем, мы начали. Да, мы начали в 12 дня мы начали, идем, значит, в составе беременной Настеньки. Двух детей, 6-4, и я. Посмотрим. Артём, подожди. Посмотрим, за сколько мы дойдем. Идем сразу, говорю, не спеша будем идти, никуда не торопиться. Не хочется уставать. Показывать вам все замечательные места, все красоты. Посмотрим, сколько идет время. Поэтому досматривайте выпуск обязательно до конца, не переключайтесь. Смотрите, какая тут начинается дальше красота. Каньон, такой прям разлом, шикарный. Сейчас я вам покажу. Это разлом какой-то. Лабиринт называется. Так вот, тектонический разлом, зародившийся в процессе поднятия Ахунского массива 20 миллионов лет назад. Вот так вот. Поставьте на паузу, прочитайте. В общем, видите, здесь есть такие обозначения «опасно для жизни». Да, слушайте, посмотрите, насколько это интересно смотрится. Вообще огонь. Да, наверное, по нему можно еще вдоль прогуляться, но учитывая, что я с детворой, конечно, мы не пойдем. Но сам факт того, что мы идем вот в таком разломе, это, конечно, огненно.
Да, глядите, глядите, просто какие слои. Это Настенька гамбургер искал. Бутерброд такой. Да, здорово, что здесь все оборудовано. Ну, пока что, да, по крайней мере, отчасти пока безопасно. Посмотрим, как будет дальше. Вон туда и уходит какая-то вообще пещера. Слушайте, ну, раскол, разлом такой, конечно, вообще интересный. Прям как будто бы... Правда, вот не зря же, да, его назвали лабиринтом. Выглядит... Выглядит вообще охренительно. Обходите грязь. Интересно, что вся природа постоянно меняется, контраст. Ну да. Да? Конечно. Очень необычно, интересно. Вот здесь установлено место. Можно отдохнуть. Есть мусорки, здорово. Так. Туда уходит просто... ну, такое дикое место, да, туда, конечно, идти не будем. Просто хочу немножко показать, что здесь, получается, все в таких разломах. Да. А мы идем да. По лестнице вверх. Слушайте, выглядит вообще великолепно. Мы идем как будто бы в окопе, да? Да. Ох, ну здесь сам поднимайся, Родион, здесь не нужно. Гляньте, какая красотища. И просто вот надо же вот так вот, чтобы все раскололось. Очень интересно. Мне вот правда интересно, а вот дорабатывалось хоть как-то вот этот вот? Дорубали они всю эту тему или нет? Или все-таки вот он как раскололся, так и раскололся. Вот. Так, подождите меня тут. Давайте вот сюда попробуем спуститься, посмотреть, что тут. Мы с вами позаглядываем, да, в какие-то такие... интересные места. Ну, в принципе, тут больше ничего нет. Просто, да, такой вот как бы разлом, каньон, огромная такая щель. А здесь же, видите, закончилась бетонная тропа. Уже начинается настоящая природная такая движуха. Прям над головой лежит самшитовое дерево. А здесь уже такая натоптанная, кусок, точнее, да, натоптанной тропы, потому что дальше начинается снова вот эта скалистая история вся. Да, слушайте, выглядит бомбически. Обрывы туда уходят, но они такие, да, то есть, ну, страшные. Очень много деревьев, это как бы не резкий. Блин, круто. Очень классно. Там виды открываются такие. Самое классное, что мы сейчас пошли, Настя. Посмотри, как все распустилось. Все позеленело. Угу. То есть зимой мы тоже думали сходить. Но все было как-то сероватое. Вот. Подожди, Артем, подождите. Есть табличка «Стой, опасно для жизни». А почему? Потому что посмотрите, какие виды там, ребята. Дальше тропинка уходит вверх под таким, да, получается, углом на 180 градусов, даже так сказать, правильнее будет. Фух. И мы продолжаем идти. Нет уже никакой бетонной тропы, все, пошла природная такая вот тропа из камней. Но сделано интересно, как ступеньки. Вот говорю, мне интересно, это они сами так как-то дорабатывали? Или все-таки так сделала природа? Че ты, Настик? Так. А тут? Ой-ой-ой. Так, а тут такая зона отдыха есть. И смотровая площадка. Слушайте, ну очень круто. Только посмотрите. Кайф, а? И очень классно, что мы пошли в это время, потому что все распустилось и все зеленое. Кайф. А после этой смотровой начинается снова бетонная такая дорожка. Опа! Даже вот можно с легкой колясочкой даже прогуляться, да, Настя? Да, иду колясочку. Поставил. И пошел. Ну, лучше в слинге, да. Все в самшите.
Так, а сейчас, походу, мы с вами попадаем как раз на развилку с указателем. Смотрите, большое кольцо 200 метров направо, а налево идет малое кольцо, вот, с указателем вот таким. Есть также знак, что в туфлях не нужно, так проверяем. Ни у кого нет туфлей, да? И мы с вами стартуем на большое кольцо. Так, ребята, большой круг начинается с такой достаточно комфортной тропы. Она сделанная, перила, бетон, ступеньки. Пока все идет, как говорится, по плану, но дорога постоянно уходит все выше, 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 и мы как бы поднимаемся в гору. Что будет сейчас дальше, не знаю, но наша задача все-таки пройтись большой круг, где-то покушать, ну и самое главное, чтобы детки это тоже преодолели своим ходом. Так, вот с этого места, видимо, начинается большой круг, да, помните, там был указатель просто 200 метров, и 200 метров мы шли по такой вот лайтовой дорожке. Фу, она поднималась в гору, в гору, в гору. А дальше уже будет не лайтовая дорожка, она будет вот такая. Давайте еще раз посмотрим на схему. Вот тут вот был указатель. Мы прошли вот этот лабиринт. Вот он, малый круг. И пошел большой круг. Вон аж туда. Так. Пашка, где мы? Что здесь еще есть? А, здесь есть, что запрещается. Да, вот тоже можете поставить на паузу. А, почитать. Уклоняться. Так, да. А мы все, мы отправляемся вот на такую тропинку, друзья, большой круг. Поддерживайте выпуск. Я надеюсь, что у нас все получится, и мы его пройдем. Ну что, парни, сейчас начинается самое сложное. Готовы преодолеть этот большой круг? Ну что, пап? Большой круг. Готовы преодолеть? Готовы. Готовы. Ты точно готов, Родион? Да. Так, ну что, посмотрите, как нас встречает большой круг. Вот такими воротиками. Гляньте, да? Вот. Очень интересно, кстати, сделано. Прикольно. Ну, давайте пойдем. Так, пацаны, открывайте. Сразу есть таблички, да? Опасный участок, тропы, обрыв, да? Нужно быть всегда очень внимательным. Балка глубокая, 400 метров, 400 метров, первый указатель. Иди сюда, слезь. Здесь есть цепи, тросовое заграждение, но обрыв, конечно, мощный. Древняя тропа, есть указатель. Все, начинаем спускаться, то есть туда мы поднимались. Давай руку, Родион. Так, сейчас мы спускаемся вот по таким вот скальным ступенькам. Да, виды, конечно, вообще бомбические. Я думаю, что камера, она все равно не передаст всего этого, но, по крайней мере, вы можете ознакомиться со всей этой тропой через наш выпуск, рассчитать через экран свои силы и проанализировать, сможете ли вы пройтись полный круг, и если вы с детьми, то тоже сможете это понять. Нам самим пока непонятно, сможем ли мы пройти большой круг с детворой. Ну, посмотрим. Папа, ух ты. Смотрите, как дерево. Интересно. Мухи. Растет. Да, вообще классно. Посмотрите, мухи. Какие там скалы. Ущелье. Снизу течет река. Я надеюсь, вам тоже слышно звук реки. Папа, да. Вообще огонь. Мама, пошлите. Дай руку. Может, они хотят кусать. Так, ну пока... По крайней мере, есть вот ограждение справа, но в любом случае лучше ребенка держать за руку. Вот есть две лавочки, да, здесь можно также отдохнуть, сделать небольшой привал, перекусить. Так, ну а мы все это дело будем делать позже. Позже, мы пока не устали. Стой. Родион, вот смотрите, здесь есть еще информация по деревьям, да, можете тоже нажать на паузу, почитать. А мы
Дальше продолжаем. Так, видите здесь как? Родион, стой, вот так вот по камушкам иди за мной. Очень аккуратно, вот так, чтобы в грязь не залипнуть. Оп, оп, и перепрыгивай. Умница. Так, вон Тёмка. Молодец, Артёмчик. Да. Учитывая, что были дожди, вот так все подразмыло, но опять-таки мы день сделали выдержку и вот только сейчас отправились. Завтра, наверное, будет еще лучше. В общем, в любом случае, если вы решили отправляться в горы, в какие-то водопады, то ходить лучше не на следующий день после дождей. Потому что идти будет неудобно. Водопады, все эти каньонные реки будут грязные. Вот, поэтому лучше переждать. Не-не, Родион, подожди-ка. Так, по доске иди, по досточке иди. Вот так вот мы, видите, передвигаемся. Скользко. Так, а вот тут начинается же такой участок, он капец какой грязный и капец какой скользкий. Вот сюда. Во, ага. Да, тут, конечно, так опасненько, потому что деревяшки вот эти, они скользкие. Ха, да уж. Так, ладно, вроде мы его прошли. Нормального? Вот после вот этого очень такого некомфортного спуска открывается вот такой вот шикарнейший вид, который мы чуть ли не прошли. Вообще. Ну и все, и идем дальше. Дальше пока тропинка такая более-менее ок. Посмотрим, как будем дальше. Но вот это сейчас то, что было, это первый такой очень неприятный, скользкий и, ну, достаточно сложный. И вот мы сразу с вами еще раз приходим вот к такому вот моменту. Скользко, обрыв, видите? Да, спуск уходит такой серьезный. Подожди, Родион, я иду первый. Пошли. Ну да. Хоп. Ага. Видите, как спускаться. Оп, давай, Родион. Оп, подожди, я первый спущусь. Ага, давай. Да, вот они горы. Вот они походы. Да, это вам не по крымским горам лазить по тропинкам протоптанным. Подожди, я первый спущусь. Опа, посмотрите, какая тут высота ступеньки по колено. Вот так вот. Оп. Подожди, стой. Что, Настя, помогать? Давай, Родион, все, спускаемся тогда. Давай. Оп. Вот такая вот тропа. И это только начало. Мы, наверное, даже еще 100 метров-то не прошли. Опа. Давай, Родион. Вообще. Как вам? Пишите комменты свои. А еще в комментариях делайте ставки. Пройдем ли мы полный круг, либо все-таки мы развернемся и пойдем назад. В комментариях пишите. Ух ты! Ничего себе, ага. Чуть не уехал. Так. Виды открываются, конечно, огненные. Да. Ладно, пойдемте вниз, будем аккуратнее. Вот я сейчас уже подскользнулся. Было, конечно, опасно. Пошли. Так, мы с вами подходим вот до такой локации. Мост через вот такой разлом. Сейчас посмотрим, как выглядит это все с высоты. Так. Да, после дождей, конечно, идти вообще катастрофа прям ужасная. Так. Да, сложно, слушайте, с детьми по большому кругу идти, конечно, ну, сложноватенько. Но мы идем. Играю. Так. Здесь такой пересох. Стой, Родион. Пересохший каньон. Видимо, когда вот идут дожди, здесь по нему что-то стекает. Вот, будьте внимательны на мосту. Так, давайте подниматься на мост. Да, он такой покрытие уже такое старое. Стой, да почему ты бежишь-то от меня? Нападает. Да. Да нельзя, говорю, отпускать руку. Какая-то бежит. Ну, посмотрите, туда вверх все уходит. Какой-то бандит.
летит. Так здорово. И здесь уже уходит вниз. Да, вообще огонь. И вот она получается. Название это балка глубокая. Ну что, значит, мы продвигаемся дальше. Эту локацию оставляем позади себя. Есть тут новый указатель, давайте я вам покажу. Смотрите, Буковая поляна. До нее нам идти 400 метров. Так, ну давайте попробуем. Буковая поляна, 400 метров. Здесь есть лавочка, вот можно передохнуть и продолжить уже путь 400 метров. В общем, здесь такая тропа. Фу. Начинаются какие-то елковские деревья. Скользкая, блин, безумно скользкая тропа. Ограждений нету. Я, судя по карте, понял, что мы должны как-то вот по кругу пройтись и спуститься прям к руслу. Вот, это тис ягодный называется. А не елка, ну просто хвойная, но. Да. Никого нет, нас тут обогнала одна делегация, пока мы стояли, передышку делали. И все, а так, в принципе, спокойно, тихо и хорошо. Птицы поют, вообще всякие разные. Классно. Вот видите, вот такое покрытие у дороги. Все очень скользкое. Мы, конечно, все уже грязные. Литвора тоже грязная. Пару раз упала. Так, Родион, не надо отпускать мою руку. А дальше? Где? Так, Настенька. Нашла какой-то след. Чей след, как ты думаешь? Так, как вы думаете, чей это след? Ты видишь собаки? Собаки? Вот этой большой, которая нас обогнала. Тихо. Кто-то ходит. Слышно, да? Тут тихо, ага. Ладно, пошлите. Дальше начинается участок. Стоят вот эти вот цепи, столбики с цепями, небольшое заграждение. Ну, в целом здесь как бы нет обрыва, ничего нету. В принципе, с точки зрения безопасности, ну, достаточно безопасно. Главное идти просто по тропе. И все. Ух вы. Посмотрите, я сначала подумал, что это какая-то скалопендра. Смотри как. Это кто, мам? Да никто, это просто что-то в дерево вросло. Так, мы сейчас с вами подходим к такому месту. Беседки, там вот у кого-то уже привал, кто-то перекусывает. Не знаю, будем ли мы здесь перекусывать или нет. Либо мы спустимся уже в само... Русло в два будем кушать. И... Да. А это называется Буковая поляна. Вот мы до нее и добрались. А что получается, до Буковой поляны был указатель 400 метров, и мы это прошли, что ли? Да. Ничего себе. Да. Вот он указатель. И здесь, конечно, вот если вы смотрите и пойдете, можно здесь перекусить. Вот она, указатель, Буковая поляна. Так, что тут есть? Кавказский биосферный заповедник. Вы можете на паузу поставить, почитать. В общем, мы решили тут не останавливаться. Идем дальше. Был указатель через 20 метров туалет. Все-таки хотим минут через 30 перекусить, может быть, уже там в русле. А вот у нас следующий указатель. Древняя крепость, 400 метров. И указатель туалета. Ну что это за туалет, конечно? Эх, не знаю. Отправим сейчас Настеньку туда проверить. Настенька, иди проверяй. Да. Слушайте, а на горах напротив, там вот живут прям жилые дома, видны. Клево. Это, кстати, вот эта дорога туда уходит. Это дорога на Калиновое озеро, Воронцовские пещеры. Это вот все туда. Чё, Настя?
пойдет? Там очень много бытового мусора. Ну понятно. Если она... Короче, сойдет, да? Ну, лучше, чем ничего. Вот тут обходи, Родион. А, вот на камень. Вставай. А, говорю, на камень наступи. Второй, следующий туда же. Блин, парни, давай. Ну, что делать? Тут идет 13 мобов. Вот надо было резиновые надевать, сапоги, наверное. Да не обсирай, Родион. В общем, да, слушайте, покрытие вот такое вот просто. Идешь по грязюке. Ну да, после дождей. В общем, прошли мы этот ужасный участок. Вот по обуви, конечно, вообще все огонь, мы все грязные. Да, детвора. Короче, после дождей, если вдруг решите отправиться, нужно, конечно, предусмотреть. Фу, да. Долго у нас лились дождики, поэтому вот как-то так. Но в целом, да, покрытие переменное. То такое, то такое, то красивый бетон, то вот такая грязь. А вот еще, короче, опять грязь. Вообще она просто очень скользкая. Ладно, как бы грязь, она такая скользкая, как каток. Давайте спускаемся, ребята. Родька, аккуратно. Тём, нельзя прыгать, ноги выскочат. Что делать будем потом? Меня угробишь и себя. Да. Скользу я. Ну, конечно, скользишь, аккуратненько. Давайте, давай. Вон каша какая. Но мы сейчас спускаемся. Вот поднимались, теперь снова мы спускаемся. И как бы получается, идем к руслу. Вот даже вот отсюда можно увидеть людей, которые там стоят вот в реке на пляже. Там умоемся, и там же, наверное, мы и будем перекусывать. Ой, дальше-то вообще огонь. Смотри, Настя, что там. Так скользко, а вот так прям по руслу иди, Родион. Жди, перешагивай. Ну да, 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 вообще. Короче, по следам видно, что люди вообще уезжают, подскальзываются. Ну реально скользко, потому что. Дай руку, нельзя отпускать. Так, мы все спускаемся, спускаемся. Прошли этот скользкий участок, ну такой самый прям на наш взгляд сложный, и подходим к вот таким указателям: крепость, каньон, чертовы ворота и визит центр. Я думаю, что мы сначала сходим на каньон, чертовы ворота, у нас 800 метров в одну сторону, 800 метров в другую сторону. Ну короче, сейчас мы будем думать. В общем, здесь такая площадь, развялка, древняя крепость, до нее идти 90 метров. Сейчас сначала на нее, потом 800 метров в одну сторону до каньона, как они, чертовы ворота, а потом 2,5 километра еще по низу и уходим в самое начало, откуда мы начали. Поэтому не переключайтесь, давайте продолжать смотреть. В общем, друзья, до крепости это просто подъем в гору, в гору, в гору, но вот по таким ступенькам скользким. И, видимо, мы пришли, судя по локации. Сейчас, да, мы пришли. Это Хостинская крепость 8-10 века. Вот так вот. Это вот она и есть. Вот. Аккуратно. Доски, смотри, вываленные. То есть это и есть крепость. Вот видите, крепость 4 века. Вот, на территорию крепости вход запрещен. То есть это вот она и есть. Вот она, это она и есть. Вот эта вот скала, это и есть крепость. Видишь, там люди ходят, поднимаются туда. Вот. Вот так она выглядит. Это, ребята, и есть крепость. То есть туда можно... Ветер у нас поднялся. Туда можно на нее вот пройтись, подняться. Так, ребята, здесь вот есть указатели. Вот такие, вход на территорию крепости запрещен, но тропы натоптанные, я видел там людей, вы наверняка тоже видели, сидят, люди сюда поднимаются, натоптанная такая достаточно тропа, поэтому я вместе с вами тоже решил отправиться, посмотреть, ух ты, что там и как, камни по склону не спускать, внизу могут быть люди, да, ну это конечно, так.
Вот тут есть вот такая тропа крепости. Да, обрыв, конечно, идет мощный. Так, а мы с вами попробуем подняться чуть-чуть повыше. Чуть-чуть прям. Так, вот сюда вот я хотел. Так вот, оп. Так, да, тут, конечно, да, скользко, скользко и опасно. Поэтому, ну, конечно, не повторяйте, не нужно. Но крепость, конечно, интересная. Вот так вот, представляете, в горах. Где-то в глубине, 4 век, вот такая вот крепость. Ну, точнее, да, это остатки с видом на Руслу. Получается, ну, туда вот мы пойдем, это как раз каньон Чёртовы ворота. Вот, и можно подняться повыше. Так, что мы с вами и делаем. Да, интереснейшие места, конечно. Так. Ну все, верхушка крепости. Вот такая красота. Ну все, сюда можно просто подняться, осмотреться, перекусить и продолжать спускаться вниз, либо походить еще по тропам, но с маршрута, конечно, если не опыта нету, не стоит уходить. Ну что, мы начинаем путь на каньон Чёртовы ворота. Здесь не кругом. Здесь, в общем, маршрут такой, что идешь туда, упираешься, разворачиваешься и идешь в обратную сторону. Собственно, вот нам сейчас и люди шли навстречу. А далее уже будем спускаться уже в русло реки и возвращаться. Но возвращаться однозначно еще не скоро, так как нам до каньона вот этого идти 800 метров, потом обратно 800, и потом еще 2,5 километра идти по руслу реки в сторону входа. А еще мы хотим в заключение выпуска сходить прогуляться по малому кругу и тоже показать, что он из себя представляет. Мы так подумали, что он очень такой лайтовый, там можно погулять с детками, прям с колясочками. В общем, не переключайтесь, все покажем прямо в ближайшее время. Я уже сказал, Настя, что с детьми действительно сложновато, скользко. Здесь вот эти вот, камни, они, ну, ух ты, вон, у меня прям ноги едут. Аккуратно разберем. Вообще едут, ага. Я говорю, опасненько. Да, поэтому держись обязательно за эти. Да. А дальше вот, видите как? Вот такая вот история начинается. Радюша, обходи с той стороны. Давай, 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 мой хороший. Да. Еще ко всему, что ладно, упадешь, испачкаешься, так торчат вот такие вот металлические штуковины, на которые, не дай бог вообще. Потом как отсюда выбираться с такой травмой, непонятно. Поэтому, ну, после дождей, вот как вот, допустим, даже мы пошли, лучше не ходить. Ходить лучше после какой-то засухи. Так, так, вот сюда, вот теперь сюда, ага. Так. Продолжаем, продолжаем, идем. Да, 800 метров по такому ужасу, это, конечно, молодец, Родион, сориентировался. Да. Здесь, видимо, вот деревья падали, их вот подраспилили. Русло реки вон внизу. Так, да, видите, как здесь уже, видимо, укрепляют, но все падает. Не-не, Родион, там, не там лучше, вот тут вот вместе со мной. Так, подожди, вот так вот, по вот этому, оп, и сюда, молодец. Умница, вот, умница. Тихо, 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 подожди. Да, так, блин, камера, ребенок, спускай, тихо, 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 аккуратно, Родион, аккуратно. Мы прошли, наверное, метров 150 от указателя. Слушайте, очень скользко, мы, получается, откуда-то оттуда сверху спустились. Уже очень близкая у нас река, значит, совсем скоро мы придем на каньон. Ну как? Телефон потеряла. Да, нормально, нашла. Все. Все, друзья, продолжаем путь. Радюш, пойдем. Думала, выскочил, не заметил. Да. А вот тут начинается такой участок, где нету ограждения. И самое главное, что вот здесь вот возможен камнепад. То есть вот эти вот все камушки, они скатываются и падают туда в реку. Поэтому
вот этот участок особенно быстро всегда проходите, тык-тык-тык, и попадаете вот на такую вот опять тропинку, которая очень круто идет вверх. Ну, по крайней мере, вот оборудована этими столбиками с цепями. Но это вот все новое, недавно установили ее. Опа. Так. Да, и здесь, конечно, обрыв. Давай, Родион, проходи. Давай. Фу. Поднялись. И буквально через метров 50, может быть, 30, начинается вот такая вот железная конструкция, мост. Уважаемые, камни и стропили не бросать внизу. Люди, вот так вот. Поэтому никогда так не делайте. Осторожно. Скользко. Опа. Нет, это не мост. Это просто вот такая тропинка пошла. Я думаю, значит, мы уже очень-очень близко к каньон чертовы ворота. Да, друзья, посмотрите, здесь какая красотища открывается. Сам каньон. А виды-то там подвесной мост. О, вот это да, вот это красотища. Сейчас мы все с вами здесь посмотрим. Локация, конечно, классная. Здесь Артем, скорее всего, упал камень сверху. Камнепад, пошли. Ну что, ребята, посмотрите, в какую красоту мы попадаем. Здесь вот есть подвесной мост. Есть, что это, то ли касса, то ли что, не знаю, может быть, нам сейчас здесь скажут, что вход отдельно оплачивается, не знаю. Сейчас посмотрим. Но подвесной мост, конечно, вообще шикарный. Ну и плюс вот на пляж можно тоже спуститься. Там, наверное, и покушаем. Вот она, указательная Тиссамшитовую рощу. То есть вы можете вообще переехать сюда. Просто тут припарковаться и начать маршрут проходить отсюда. А потом вернуться. Ну да. Так. Настя, туда пойдем на пляж, Настя? На пляж пойдем? Пойдем. Вот дальше, пошли к пляжу. Вот мы там и будем кушать. Вот через такие ворота мы проходим на пляж горной реки. Ручку давайте, Артем, Родион. Так. И идет такой спуск. Там мы и отдохнем, ребята. И перекусим. Видите, вот указатель, магазин, кафе. Эй, почему вы бежите-то? Не надо бежать. Смотрите. Вот такой здесь также спуск. Подвесной мост. Давай. Да, смотрится очень классно. Это вот и есть, видите, каньон, чертовы ворота с указателем 20 метров. Да, великолепно. Мы дошли, друзья. Ой-ой, какая красота. Да, водичка чистейшая. Давайте спускаемся. Да, мы очень проголодались, устали. Устали, парни? Парни, вы устали? Очень. Сейчас, подожди, Артем. Я сначала спущусь. На, подержи камеру. Родион, иди сюда. Опа. Иди сюда. Давай. Родион, стой. Да, иди спускайся. Я тебя поймаю. Давай. Ну, либо вон там. Ну, давай. Мы не ищем легких путей. Вообще, вот был спуск. Ой, попадаем в нереальнейшую красоту. Радюш, пойдем. Вот она река. Вон там есть всякие домики. Даже вижу детскую игровую площадку. Там есть кафе. Туда можно тоже пройти. А зоны мангальные. Можно, наверное, даже искупаться. И вот он сам, собственно, каньон чертовы ворота. И подвесной мост. Гляньте, какая красотища. Ну что, ребята, мы перекусили, отдохнули, реально мы устали. Сейчас я приглашаю вас во вторую часть данного выпуска. Пройдемся, сейчас сходим вот на вот этот мост. Посмотрим, какие виды открываются там
И пойдем в обратную сторону, дорогу как бы сюда вы видели. Буду вам показывать остатки вот того 2,5 километра. Ну и в конце выпуска я думаю, что мы все-таки пройдемся по малому кругу, чтобы вы тоже понимали, что оно из себя представляет. А здесь есть над этим мостом вот такая вот фотозона. Сейчас я прям быстро поднимусь, вам покажу, куда ходят люди и фотографируются. Да, и видите, каньон туда вот. Я думаю, в летнее время можно взять что-нибудь, какую-нибудь доску, сап и поплавать. Так, ну что, мы вот по таким вот досточкам сейчас двигаемся на тот подвесной мост. Очень хочу сам посмотреть и вам показать, поэтому очень аккуратно. Так, аккуратно, Родион. Так, ну что, тут у нас вот такая конструкция. Стой опасно для жизни. Видите, предупреждение даже есть. Прикольно. Стой опасно для жизни, но сходить туда можно. Пойдем. Оп. Руку мне дай. Я говорю, руку дай. А там какой маршрут? Там нет маршрута, ты просто на мост сходишь. Итак, начинаем двигаться. Да, он, конечно, клевый. Он капец как шатается. Клево, да, шатается? Слушайте, болтает нереально вообще. Че? Давай, 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 Родион. Пройдемся вперед-назад. Как говно в прорубь. Ой, гарно, да, вообще? Так, где? Так, тише, аккуратно. Да, посмотрите, какие виды. Сейчас мы до сюда дойдем. Я хочу показать, какие виды открываются. Родион, аккуратно. Какая красотища. Ну что, как вам мост? Угарный, конечно, да. Место такое болтается. Ну, интересное место. Мы начинаем возвращаться. И там уже продолжим съемки, когда попадем на тот круг 2,5 километра до начала. Вот мы дошли до этой развилки. Визит-центр. 2,5 километра. И теперь нам предстоит идти вниз. Фу, до реки Хоста нам 500 метров. Фух, ну посмотрим. И даже вот уже висит предупреждение, видите? Крутой спуск. Ух ты. Да, ну не знаю, как оно будет. Сейчас посмотрим. Камни пословно не спускать. Внизу могут быть люди. Да, такие таблички. Много где висят. В общем, все, мы спускаемся к руслу. Да, здесь действительно такой крутой склон. Вон туда-туда. И будем двигаться по руслу. Блин, капец как скользко. Капец как мы устали. Даже учитывая, что мы посидели на том каньоне, отдохнули, перекусили. Но усталость какая-то лютая. Наверное, потому что еще скользко. Идешь, ноги постоянно в напряжении. Вот, ну, я, конечно, не рекомендую ходить после дождей. Фух. Да, видите, все идут, вот так вот держатся за цепи. А мы не можем держаться за цепи, потому что мы держимся, мы держим детей. Вот какой-то крутой-крутой, короче, спуск к реке. Друзья, посмотрите, какая тут нереальнейшая красота открывается. Самшиты. Река, цвет реки. И мы продолжаем спускаться. Детвора уже тоже устала. Это сложно. А идти нам еще до начала того 2 километра. А еще мы хотим покорить малый круг. Я, короче, вообще не знаю, получится ли у нас, не получится. Но мы устали. Он двигается. Родион, ты устал? Да? Пойдем. Надо, походу, снова отдохнуть.
Гляньте, мы попадаем в такую локацию. Все, мы почти пришли. В локацию в такую, где вот так вот над вами будут самшиты. И мы вот, получается, сверху, самого верху, вот так вот спустились. И продолжаем спускаться. Ой, еще чуть-чуть. И все, и вот она река. Очень круто. Не, ну маршрут мы, конечно, однозначно покорим. У нас уже нету выхода, выбора. Возвращаться уже точно не вариант. Поэтому мы будем двигаться только вперед. Фу, если на той площади мы еще могли подумать и вернуться, то все, учитывая, что мы спустились уже сюда вниз. Нет, друзья, только вперед. Девиз по жизни, только вперед. Ну, посмотрите, на какую красотищу мы попадаем. Ой, какой кайф. Нельзя таблички, нельзя разжигать костер, нельзя купаться, бла-бла-бла. Но я думаю, летом здесь однозначно купаются. Это река Хоста. Так она выглядит в горах. Ну, дожди реки, остались у папы. Ух. И вот он, и вот он, пляж. Что-то дождик, что ли, начинается. Вот это красота. Слушайте, ну как тут не купаться-то вообще? Тут однозначно, пока летом идешь, фу, по этим горам, и все, и, конечно же, захочешь скупнуться. Какая красотища. А сейчас нам предстоит, значит, по руслу реки идти вот туда, вон туда, вон туда, непонятно куда, и выйти снова туда, в начало, в горы. Ну что, мы и тут немножко передохнули, но отдых совсем не чувствуется. Продолжаем путь. Указатель родник, 800 метров. Также здесь есть указатель балка глубокая, 800 метров. И продолжаем. Вот посидели, наверное, минут 10, может 5. Отдыха вообще не чувствуется. Слушайте, я не знаю, вот мы вроде там в горах ходили на водопады, когда, посмотрите тоже выпуски, но мы так не устали, как устали сегодня. Может быть, еще из-за того, что не выспались, не знаю я. Ну прям сложно. О, за нами прям делегация идет. Так. Все, продолжаем путь. Здесь вот такие установлены цепи, да, в принципе, уже нам привычны это маршруте. Вот такая история. Мостик такой через реку и идет спуск. Речка. Вон туда нам надо по руслу. Вот я вижу там людей. Ну, ребята, несмотря на то, что мы устали, тропа шикарная идет. Ну, вообще нереальные красоты проходят в таких местах. Вот такие вот скалы, разломы вдоль реки. Ну, просто невероятно. Самшиты. Ой, вообще кайф. Нет, получаешь, конечно, безумное наслаждение от этой тропы. Воздух, птички там. Класс. Что-то подустали, конечно, немножко. Глядите, какая красота. Вообще, что-то нереальное. Да, глаза, конечно, кайфуют, прям аж это, аж как напуганно. Вау. Прям вот как куда голову бы не повернул, везде вау, везде красота. Но глаза не могут полноценно наслаждаться, потому что под ногами... Вот такая вот история, нужно постоянно идти в напряженке, потому что очень сильно скользко, торчат камни, понятное дело, что упасть будет чревато. Иногда вот такие лесенки нам встречаются, и мы поднимаемся, и, кстати, вот дорога пошла, тропа пошла очень плотно вверх. Значит, все, закончилась наша прогулка вдоль реки Хоста, мы сейчас... поднимаемся и достаточно по крутому подъему вверх. Вот чтобы вы понимали, вон видите, где красная штука, вон ребята идут. Вот туда нам нужно с вами будет сейчас подниматься. Так, а качество тут ступенек, ну вот такое. Фу, ступеньки как ступеньки, а дальше уже металлические ступеньки. Ну все, мы от Хоста уходим, Настя. Опа! Мы с вами подходим к водопаду. Я увидел же, Артём. Он, конечно, очень-очень маленький, но, слушайте, безумно красивый. Вот к такому мосту подходим. Посмотрите, красота какая. Ну, красивый же.
Да. Очень классно. Посмотрим. Видимо, где-то здесь должен быть родник. Сейчас мы попробуем найти этот родник. А возможно, вообще это и есть родник. Ой, а там такая красота. Ух ты. А вот он и есть. Это и есть родник. Вот он. Это родник, Настя. Это родник, говорю. В общем, набрали мы водички, но Настя пить отказалась. Говорит, была бы я не беременная, я бы попила. Нормальная вода. Осторожно. Осторожно. Мы продолжаем путь. Вот мы встали сверху, возле этого водопада родника. А кто пойдет сюда набирать, как я, запомните, камни очень сильно скользкие. Вот у меня прям ноги уехали, но я вроде справился и прошел, набрал. Продолжаем дальше путь. Очередной у нас был отдых. Здесь есть еще одна табличка. Вот так вот, 100 метров, через 100 метров место отдыха зуб. Опа. И самое что интересно, вот мы тут идем и постоянно слышим, как со скал падают камни в реку. Вот слышите? Или там что-то строят. Да нифига себе, а что такое? Там где там люди идут, и почему не понимают, что. Ладно, сейчас дойдем, попробуем посмотреть. Видите? Прям камнепад. Вот все-таки это камни, видите как? Обалдеть. Видите, бу-бу. И они без остановки, вот насколько идем, они все падают и падают. Это вообще нереально, первый раз такое вижу. Да, на это залипнуть можно вообще надолго. Вообще, ребята, кто будет в этом месте, посмотрите, смотрится великолепно. Вот просто сколько мы шагаем, они падают и падают, вообще без остановки. А дальше открывается нереально крутой вид. Гляньте, куда мы с вами попадаем. Смотрите, какие скалы. И они все надломанные. Ни хрена как тут страшно идти. Настя, смотри, какие эти надломанные все камни. Вон дальше. Ёпрасоте. Да, здесь, конечно, лучше побыстрее идти. Настя, на. Ну, скала попадёт. Давай быстрее, что пройдём, чтобы это. Воу. Вообще. Пойдём с тобой вперёд. В общем. Посмотрите, какие надломы. Разломы. Воу-воу-воу. Вот это вот. Посмотрите, посмотрите. Нужно вот так вот просто спрятаться. Да, гляньте, это же вон, смотрите, какой надлом. Вот. Артемка упала. Ничего себе. Вот это да. О, камень упал, слышь, маленький. Да. Пойдем. Скользко, очень аккуратно. Да, посмотрите, все вот так раскалывается. Слушайте, это, конечно, опасный участок тропы, потому что одно дело под ногами опасности, а другое дело, когда у вас вот здесь опасность. И упасть может камень. Да. Поднимаемся вверх из этих скал. Блин, ну смотрится, да, безусловно, это все круто, но отчасти, говорю, опасно, учитывая, что через реку там такой камнепад жахает, и ты тут же попадаешь на такую же дорожку, где тоже возможен камнепад, висят вот эти вот все предупреждения. Посмотрите, ёпсель-мопсель, а? Ну и после вот этих красот, вот этой вот скалы, мы попадаем вот в такое место, к реке, опять мы снова, получается, у реки, типа вверх-вниз, вверх-вниз, и снова река.
Так, здесь можно, видимо, устроить пикник и отправиться дальше наверх, что, в принципе, мы сейчас сделаем. Немножко отдохнем. Пойдем к реке спустимся, Родион. И пойдем тоже аккуратно. Так, вот, видите, здесь есть беседка. Можно с комфортом вот перекусить. Купание запрещено. Табличка. Значит, тут не будем купаться. Да, но здесь, конечно, вообще восхитительно. Вот это огонь, а! Вот это кайф! Да, вот этот участок видно. Вот этот участок, как вот деревяшки все, видите, воронку там такую собрались. Его видно, сейчас я покажу откуда. Вот где-то там проходит тропа. Ее видно вот оттуда откуда-то. По кайфу вообще. Какая красота. Так, мы продолжаем путь с этого замечательного места. И дальше указатель, пещера 600 метров. Слушайте, такое ощущение, что эта тропа никогда не закончится. Вот она вообще просто какая-то очень долгая. Ладно, пойдемте искать пещеру. И, видимо, вот мы с вами подошли к пещере. То есть дорога уходит наверх, а пещера, давай, Родион, уходит вот сюда вниз. Соответственно, мы пойдем сейчас спустимся вот так аккуратненько. Давай, давай, давай. И посмотрим, что же там за пещера. Я бывал в пещере. Очень боюсь этой всей истории. Страшная тема. Но попробую. Попробуем. Подождите, или наоборот сверху. Вон там пещера, походу. Наверху наоборот. А? Да. Вон там наверху, походу, пещера. Пойдемте, сходим. А, да, вон, посмотри, как там круто. Пойдемте дальше. Пойдем обратно. Так, в общем, вот это вот наверх. Это как раз к пещере. Вот видите? Просто указателя не было. Поэтому мы сейчас поднимаемся. Тут капец как опасно. Родион, подожди. Держись за мою руку очень крепко. Так. Настя, обязательно держись за цепи. Фу. Вообще что-то нереальное. Давай, Настюха. Фу. Слушайте, да, это было. Это был самый сложный подъем, который есть. Дальше дорога идет еще выше. Блин, я не знаю, получится мне снимать или не получится. То, что камера трясется. Ну, извиняйте. Настен, что, пойдем? Фу. Давай пойдем на машину. Подожди. Идем к пещере, Родион. Так, очень аккуратно. Опа. Фу. Слушайте. Ну, короче, нереально стрёмно. Посмотрите, как Родион вообще молодец, как поднимается. Фух, аккуратно, Родион, аккуратно. Пошли. Слушайте, ну, очень стрёмная история, конечно. О, я не знаю, ну пойдемте. Очень стрёмно. Уже у нас нету фонариков. Так, давай, Родион, оп, умница. Так. Вы фонарики с собой взяли? Так. Фух. Как-то так вот мы поднимаемся. Давай, давай, Родион. Куда ты идешь за папой? Ой, Коська. Опа. Вон там Настенька. Давайте. Так же, как поднимались, и будем спускаться. Вон там вначале было скользко. Давай, давай. Опа. Слушайте. Я не знаю, но я, короче, уже это очкую. Я вообще боюсь этих всех вот этих вот пространств природных, закрытых, пещерных. Как теперь решиться пойти дальше? Не пойму. Давай, давай, давай. А вы взяйте телефоны. Оу. Так. Фу. Мама, ты взяла телефон? Опа. Сейчас я покажу вам высоту. Стой, Родион. Стой. Смотрите, мы прям с самого низу поднялись. И теперь подошли, получается, к пещере. Это жесть, короче, я не знаю, идти-то не идти. А мы не зайдем.
общем, ребята, мы стоим, думаем уже минут 5 и не решаемся никак пойти, потому что очень скользко, нет вот этого ограждения, и с детьми туда отправляться, короче, стрёмно. Мы, в общем, решили не ходить, и плюс устали. Кто там был, напишите, есть ли там дальше какой-то проход, какие-то лабиринты, конечно, было бы очень интересно. А так нет, пойдем мы, короче, дальше спускаться. Как спускаться дальше, тоже неизвестно, очень скользко. В общем, вот пещера, мы спустились. Дальше указатель 250 метров, балка лабиринтовая. Ну, пойдемте посмотрим, что за балка. Очередной у нас вот тут такой мосток, река Хоста. И продолжаем спокойненько идти. Еще по пути есть вот такой вот участок интереснейший, он скользкий. Все что-то капает сверху, река течет, но скалы такие классные, вырубленные полукругом. И река Хоста очень сильно бурлит. Видите? И вот так вот дорожка вся вот эта очень-очень мокрая. Родион, тормози. Я первый пройду, потом ты. Давай. Вот так вот мы преодолеваем. Да. Серьезная история, конечно. Видите, как красиво скалы полукругом. Река. Да, безумно круто, конечно. Но сложно. Так, мы, в общем, смотрите, подошли вот на такой мостик. Это мостик называется балка лабиринтовая. Так. Здесь тоже что-то. А, спускается водичка, ручеечек такой. Красивые синие цветочки. Посмотрим, что на этой стороне. О, это просто природный аквапарк. Берешь ледянку и погнал в реку. Смотри, как круто, а? Ой, какой кайф, а? Да, локация. Локация потрясающая. Да. Аккуратно. Цветочки растут. Так, ну, наверное, все, мы, по-моему, уже почти пришли, может быть, метров 100-200 нам осталось. Немножко, конечно, ошибаются здесь указатели, потому что мы от того перекрестка, где развилка сюда, на крепость и на каньон, писала 800, мы прошли километр, да, получается, от развязки, Настя? Ну, от чертовых, да, до развязки километр. Ну, часы засчитали. Так. Да, часы считали. Написано 800. И получается здесь, если даже плюсануть 800 и 2500, то у нас получается все равно, мы уже преодолели эту планку, то есть 3200, да, и до сих пор мы продолжаем идти. Хотя прошли уже 3300. Фу, вот такие ступеньки, опять природные, из камня. А когда эта дорога закончится? Так, надеюсь, это последний рывок. Теперь, ребят, точно понимаю, что мы почти пришли, потому что вот на той стороне, на тех горах, на той горе, видны уже жилые дома деревянные. Вот, это как раз обозначает, что мы пришли почти. Осталось совсем чуть. И мы будем отдыхать. Идем, идем. И тут хлопс. Выход. Ура. Ну все, мы, получается, да. Вот она тропинка, вон я даже вижу людей. Значит, мы почти дошли. Блин, пацаны, вы крутые. Вы реально крутые. Молодчики. Так ты нам дома не дашь планшет. Только ты нам дома не дашь планшет. Не дам, Родион. В общем, одни только наши пацаны заслуживают точно лайка. Ладно, сейчас посмотрим, что еще там. Ну да, ребята, вот этот и выход. Изначально мы, когда оттуда шли, я Настеньке говорил, а что это за тропа? Давай сходим туда. И в итоге, вот он указатель, видите, малое кольцо, большое кольцо. Все, мы вернулись. Пойдем на малое? В общем, мы когда спускались уже с пещеры, вот сзади пацаненок идет, он тоже пошел в пещеру, типа, а что, как? Решил отправиться. В итоге вот сейчас мы его встретили уже на выходе. Я говорю, как пещера? Он говорит, я туда не пошел. Она темная, необорудованная. Лучше идти не одному, вдвоем, но с детьми это вообще... Короче, лучше в такие места не суваться, ну нафиг. Вот. Может быть, когда-то я один соберусь с кем-то в компании оторванных и прогуляемся туда. Ну, в семье, конечно, не стоит. Ладно, пойдемте дальше. В общем, мы дальше, короче, не пошли, потому что...
Тёмку прям в щеку цапнул клещ. Очень-очень маленький. Очень маленький. Вот сейчас пойдем, может, попробуем как-нибудь его вытащить. Может, у них есть какой-то специальный медпункт. Вот, на этот случай. Итак, ребята, в общем, не пошли мы на Малое Кольцо, потому что тут я делал на вам ставку, что Тёмку клещ кусанул. Не кусанул, он на него сел, ну, как начал он, цепляться, да, он уже, не успел. Вот, нам, короче, помогли снять там на кассе, там женщина вообще его скинула. Вот, по итогу прошли мы сколько? Ну, 8,5 и... 8600, да. 8600, представляете, 8 километров, 600 метров, до хрена с детьми. И по итогу вот у нас вырубился Родиончик. Прям в тачке мы не успели сесть, и он, короче, уснул. По километражу получается даже побольше, потому что Настя на таймере на часах поставила не сразу, а мы где-то прошли как раз метров 300-400, и только потом она включила. Поэтому где-то километров 9. Вообще, длится всего, где-то так примерно есть. Полный круг. Полный круг. Вот. С заходами в пещеру. Да, да, в пещеру вот с перекусами. Сколько по времени мы ходили, получается? Ну, 5 12, часов. Да, 5 часов. 5 часов мы ходили. Поэтому, кто будет отправляться, рассчитывайте свои силы. Не, можно быстрее, если без детей, конечно. А ну, то, да, что мы много останавливались, и мы не торопились, как бы мы еще тихонечко, можно сказать, так сказать, на лайте. Плюс пока клеща сняли, плюс пока ботинки помыли. Ну, то есть, грубо, в общем, говоря, грубо говоря, 5 часов, 9 километров пути, один клещ, один перекус, одна река. Все, я с вами прощаюсь, увидимся завтра уже в новом видеоролике. Поддерживайте выпуск лайком, репостом, пишите комментарии, кто гулял, ваше мнение. Всех обнял, всем пока.